КФУ состоялся концерт для первокурсников, экскурсия по студенческой жизни. Это ежегодная концертная программа для студентов первого курса, демонстрирующая яркую творческую жизнь «Альма-Матер». Университет наш, конечно, позволяет не только великолепно обучаться, заниматься наукой. У нас действительно прекрасные условия. Вы это сами видите, не буду об этом долго говорить. Но я хотел бы сейчас сказать, что у вас есть возможность заняться, конечно же, творчеством. Именно на этой концертной программе первокурсники впервые знакомятся со студенческим клубом. Лучшие вокальные и танцевальные коллективы, сольные исполнители, команды КВН и творческие объединения демонстрируют для них свою деятельность на сцене. Участие в данном проекте для творческой личности является еще одной возможностью показать свои таланты, реализовать самые яркие и неординарные идеи и обрести новых друзей. Так понравился, и произвел такое впечатление, что просто мне захотелось посетить все кружки, которые здесь представлены были. Я уже здесь присутствую третий раз, и с каждым годом становится все лучше и лучше. И смотрю на первокурсников, как они смотрят на это все с ажиотажем, и им все нравится. Пришла сюда еще на самое начало, когда был день открытых дверей, начала изучать вот все кружки. На самом деле очень много, все ребята приветливые, все рассказывают, все зазывают к себе. Чувствуется профессионализм, там техничность, на самом деле все проходит очень весело. Мы еще раз поздравляем первокурсников с началом нового учебного года и желаем неустанно покорять новые вершины в стенах Казанского федерального университета. Наш телеканал вел прямую трансляцию. Те, кто не смог побывать на концерте вживую, вы можете посмотреть его на нашем сайте. Диана Шилова, Владислав Вихневский, Универньюз.